Привет, с вами снова Фарнакс, интернет-магазин печей, каминов, дымоходов и не только. И сейчас мы расскажем, как безопасно вывести дымоход через стену. Сегодня дымоход будем монтировать для камина Бавария Призматик от компании Экокамин, но все сегодняшние работы по дымоходу применимы и к другим устройствам, работающим на дровах. В доме выбрали место для камина, примерили первые модули дымохода, по которым определили центр оси дымохода. Пилить проем будем снаружи, поэтому для ориентира просверлим по центру отверстие. А пока покрасим в черный цвет элементы дымохода из нержавейки, которые будут внутри дома. Зашкурим и обезжирим поверхности и покрасим термостойкой краской Церта. Окрашиваемые элементы небольшие, поэтому подсушим их строительным феном. Проем готов. Стены дома из профилированного бруса. Обсадную коробку делать не будем, но на всякий случай скрепим торцы бруса длинными саморезами. Зрителям нашего канала уже знакома процедура защиты и декорирования стены за камином, поэтому подробно на этом не будем останавливаться, но ссылку на пару таких монтажей все же дадим в описании. Кстати, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Проем под проходной узел небольшой, 600 на 600 мм, но в качестве основы проходного узла мы будем использовать заготовки из минеральных матов Rockwool Firebuds. Это жесткие теплоизоляционные плиты, абсолютно не горючие, которые к тому же обладают крайне низкой теплопроводностью. Нарезанные заготовки устанавливаем в распор в три слоя. Далее формируем внутренний короб из другого огнеупорного материала – силиката кальция. Объем этого короба, через который будет проходить сэндвич-труба, заполним минеральной ватой, но позже. Помимо термозащиты, она будет компенсировать тепловое расширение трубы. Основа короба готова, и пока позволяет погода, займемся дымоходом, а отделку стен оставим на потом. Вернем камин на место и примерим дымоход. Камин придвинут максимально к стене, и чтобы позже дымоход с монтажной площадкой поместился на кронштейны, придется укоротить сантиметров на 10 сэндвич-трубу, которая пойдет через стену. Кстати, здесь можно увидеть, что в сэндвичах УМК в качестве утеплителя используется вспученный вермикулит. Подрезанная труба готова к установке. В декоративном фланце, который будет закрывать короб снаружи, проделаем отверстие под трубу и сразу наметим отверстие для саморезов, которыми будем крепить фланец к стене. Так удобнее. На укороченный сэндвич наденем тройник. Нижний патрубок потом закроем заглушкой. При прочистке дымохода ее можно будет снимать. Начинаем собирать вертикальную часть дымохода. К верхнему патрубку тройника присоединим полуметровый сэндвич с надетой монтажной площадкой. Не забываем проверять уровень. Монтажную площадку зафиксируем к стеновым кронштейнам, которые и будут держать весь наш дымоход. Обратите внимание, вылета кронштейнов едва хватило для фиксации монтажной площадки. Именно поэтому мы ранее укоротили сэндвич-трубу, выходящую из дома. Но заигрывать с длиной сэндвича тоже не стоит, так как мы еще должны учесть размеры свеса кровли. Ну а дальше все по накатанной. Герметизируя стыки, собираем дымоход. Через 2 метра нам вновь нужно зафиксировать дымоход. Для этого берем телескопический кронштейн и крепим его к стене. Этот кронштейн нужен для фиксации дымохода в вертикальном положении, и устанавливается он через каждые 2 метра трубы. Наверное.
На последний элемент трубы надеваем оголовок зонтиком и на каждое соединение не забываем надевать хомуты. Дымоход почти готов, осталось только зафиксировать его к кровле. Как это делается, мы уже подробно рассказывали, ссылка на ролик вверху и в описании. Кстати, подпишись на канал. Чудесным образом стены за камином уже закрыты декоративными панелями. Осталось вновь собрать первые модули дымохода, но уже на термостойкий герметик. Придвинем камин и подключим его к дымоходу. Для удобства монтажа и транспортировки ранее из камина Бавария Призматик мы убрали все навесные элементы. Теперь вернем их на место. Сделаем тестовую протопку. Вуаля! Красиво и безопасно. Все материалы для сегодняшнего монтажа, а также камин и дымоход были приобретены в магазине Фарнакс. А самостоятельно просчитать дымоход и подобрать камин или печь можно на farnax.ru. Желаем всем тепла, до встречи!